среднестатистическая ярославская семья сможет накопить на квартиру только за 7,5 лет. По этому показателю наша область в средних показателях. В рейтинге регионов по доступности приобретения жилья наш край занял 47 место из 84. Исследование регулярно проводит агентство «Риарейтинг». Судя по нему, несмотря на кризис, платежеспособность ярославских семей не упала, а напротив, повысилась. Впрочем, ненамного по сравнению с прошлогодним рейтингом на личные квадраты в нашей области копить придется всего лишь на месяц меньше. Лидеры же Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский и Магаданская область. Там семьи способны купить квартиру за 2 с небольшим года. А вот хуже всех дела обстоят в Дагестане. В Кавказской республике накопительный стаж дошел до 18 лет.